Четвертый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу состоялся на автодроме «Крепость Грозная». Но перед тем, как определить победителей и призеров по итогам сезона, один из лучших дрэг-стрипов страны подарил зрителям множество ярких дуэлей. К сожалению, лидер класса 7,6 секунды Олег Крохин не приехал на финальный этап серии. Благодаря этому Дмитрию Капустину было достаточно лишь благополучно провести все заезды. Что, собственно, белгородец и сделал, став победителем и этапа, и сезона. В классе 9,6 секунды главный фаворит Рамон Буста неожиданно выбыл из борьбы еще на стадии 1/8 финала. В итоге победным этот этап стал для Ильи Криксунова, которого не смогла обогнать Инна Уварова. В категории 8,6 секунды дрэг-рейсинг вновь подтвердил свою непредсказуемость. Несомненный лидер Михаил Сомов выбыл на стадии 1/4, одновременно упустив возможность завоевать чемпионский титул. Его конкурент Константин Крапивин, дойдя до финала, не финишировал. Впрочем, второго места оказалось вполне достаточно, чтобы стать триумфатором сезона. А победа по итогам четвертого этапа досталась Алексею Сагалу. В классе 6,8 секунды победителем этапа и сезона оказался Дмитрий Саморуков. Компанию на подиуме ему составили Евгений Трухин и Роман Семушин. Так что впервые для российского дрэга первую тройку на этапе и в сезоне составили промоды и дрэгстеры. Если сезон заездов на квоттере благополучно завершился, то финальный этап дрифт-серии еще впереди. В эти выходные его примет Сочи Автодром. За победу будут бороться около 40 лучших дрифтеров, включая заграничных пилотов. Среди них чемпионы России, Украины и Беларуси, в том числе двукратный обладатель Кубка мира по дрифту и трехкратный чемпион РДС Георгий Чевчан. Также финальные заезды посетит чемпион мира по дрифту Аркадий Цареградцев. Притом интрига и в командам, и в личных зачетах до сих пор сохраняется, а значит, сочинские поединки крайне важны для всех участников. К слову, в этом году именно российская серия оказалась единственным чемпионатом по дрифту, который смог состояться, и красивый финал на Сочи автодроме будет только кстати.